Привет всем, это Вячеслав, канал Акибай. Сегодня к нам приехала такая пятерка BMW, это автомобиль D-сегмента. В кузове E60, это уже рестайлинг 2008 года выпуска. Владелец к нам приехал не из Минска. У него был в руках вот такой вот чип-ключ зажигания. Он стал дистанционно машину открывать-закрывать. Мы начали разбираться. Проблемы в нем при передатчике. Нету аккумулятора. Восстановление ключа стоит небюджетно, поэтому было принято решение изготовить два чип-ключа зажигания на данный автомобиль. Ключи сами по себе, они надежны. Они бывают двух систем. Один ключ, как и здесь, без системы Keyless Go. То есть нужно для того, чтобы завести машину, нужно вставлять ключ в слот. Жмем кнопочку Start-Stop, машина заводится. Если машина с системой без ключевого доступа, здесь уже стоит вот такая крышечка, над которой находится батарейка CR2032. Для того, чтобы ее заменить, нужно нажать клавишу и подковырнуть всю заднюю крышечку. В этом ключе нет батарейки CR2032, здесь стоит аккумулятор Panasonic VL2020. Ключик создан так, чтобы элементы питания не менять. То есть батарейка в этом, вернее аккумулятор в этом ключе заряжается тогда, когда выставляем ключ в замок зажигания, включаем зажигание, либо когда машина заведена. Тогда аккумулятор заряжается. Но со временем они выходят из строя, например, после механического повреждения отламывается одно из усика аккумулятора, например, на плюс либо на минус. Также выходит из строя прием передатчики с ключами, выходит из строя микровыключатели, изнашиваются корпуса ключей, выходит из строя прием передатчики, начинает ключик дистанционно машину открывать-закрывать с небольшого расстояния. То есть ключи как бы проблемные, и все это мы решаем, ремонтируем. Если вдруг какие-то вопросы, то можете обращаться в нашу компанию. Мы изготовили два чип-ключа зажигания, они оба машину заводят, также дистанционно закрывают и открывают, работают как часы. Теперь у владельца BMW в кузове E60, европейки, без системы ключевого доступа, 2008 года, рестайлинг. Есть три чип-ключа зажигания, один, который машину только заводит, и два наших, которые машину заводят и дистанционно открывают и закрывают. Если у вас такие же проблемы с вашими ключами зажигания на BMW, можете обратиться в нашу компанию Akibai, мы решим ваши проблемы.